Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проект «Власний погляд». І про те, в якому напрямку рухається і розвивається українська економіка, будемо говорити з економістом Олегом Устенком. Вітаю вас, пане Олеже. Здравствуйте. Отже, все-таки з огляду на ті офіційні документи, які підписали глави МЗС України та Росії, наскільки можна говорити про покращення або про визначення напрямків розвитку української економіки та російської економіки, їх взаємовідносин? Ну, я думаю, то, что реально оговорилось, и то, что может иметь влияние на развитие экономической ситуации в Украине, это вопросы, с одной стороны, сотрудничества с таможенным союзом, с другой стороны, похоже, было достигнуто определенный уровень взаимопонимания по поводу европейских попыток Украины, связанных с подписанием соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Похоже, что две стороны и в Киеве, и в Москве понимают, что оба направления для Украины являются важными, и похоже, что будут пытаться действовать по формуле расширения сотрудничества, в том числе и с таможенным союзом. Леонид Кожер, министр иностранных дел Украины, достаточно четко сказал, что есть возможности для подобного рода сотрудничества. Возник дебат в экспертной среде по поводу того, что открытие дополнительное двух рынков, украинского для таможенного союза и таможенного союза для Украины, может вызвать усиление конкуренции, и что стороны не заинтересованы в этом. И, по-моему, это достаточно ошибочное понимание вообще проблематики, связанной со свободным рынком и с функционированием. А в чем проблематика все-таки? Я думаю, что те, кто считает, что это неправильно, настаивают на том, что усиление конкуренции может на отдельном рынке, украинском или таможенного союза, может давить на производителей собственных этих стран. Однако это не совсем так, потому что, с одной стороны, действительно может быть давление, а с другой стороны, так работает рынок. Более сильный выживает, и более конкурентоспособная продукция продается. Но очевидно, что есть преимущества и в направлении таможенного союза. Очевидно, что Украина не может его никоим образом игнорировать. Таможенный союз – это 40% нашего экспорта. Европейский союз – это тоже значительный для нас рынок, это порядка 25% нашего экспорта. Таможенный союз – это огромное количество экспорта нашей продукции машиностроительной. Насколько я понимаю, в 2012 году на порядка 10 миллиардов долларов было продано машиностроительной продукции на территорию Российской Федерации, чуть больше, порядка 11 миллиардов на территорию таможенного союза в целом. То есть здесь есть колоссальные пути и возможности для сотрудничества, и глупо не использовать это направление. Украина по своему определению является так называемой малой открытой экономикой. Малая открытая экономика берет на себя все те риски, которые есть в большой экономике, в данном случае мировой экономике, и она также не вправе диктовать большой экономике, я имею в виду мировой экономике, свои правила игры. Она принимает те правила игры, которые уже существуют. Для Украины важно пытаться поддерживать оба направления, и Европейский Союз, западное направление, и восточное направление. Я думаю, что должно удастся, потому что, в общем-то, у Украины и выбора нет. Очевидно, есть преимущества и в том, и в другом направлении. А вот цікаво, какие дійсно переваги и вади напрямки? Я думаю, что касается таможенного союза, то выгода, которая может быть получена от сотрудничества с таможенным союзом, я не говорю о вступлении в таможенный союз, я говорю по поводу сотрудничества с таможенным союзом, по различным формулам, 3+1, подписание части договоров, присоединение к части договоров таможенного союза, в части тех, которые не противоречат европейской интеграции, может дать существенные преимущества в краткосрочном периоде времени. И это не только цена на газ и возможная скидка на газ, которую может получить Украина. Это и возможное продвижение своей собственной продукции, более такое массированное на территории таможенного союза. Это огромный рынок. В общем-то, речь идет по поводу рынка порядка 2 триллионов долларов. Это рынок таможенного союза. Европейский союз – это огромный рынок тоже, и это 14 триллионов долларов.
Но, в общем, ігнорувати ні одне з цих направлень, очевидно, Україна не в стані. Які вади митного союзу? Я думаю, що основна проблема, яка може бути з таможенним союзом, це неясність долгосрочных перспектив развития. С одной стороны, есть быстрый краткосрочный эффект, кстати сказать, которого нет быстрого краткосрочного эффекта, если Украина полностью присоединяется к соглашению об ассоциации с Европейским Союзом. Но в Европейском Союзе существуют долгосрочные перспективы, они куда больше в плане того, что соглашение с Европейским Союзом это не просто соглашение о свободной торговле, это так называемое и еще и институциональная часть соглашения, потому что большое соглашение об ассоциации, в него инкапсулировано только как отдельный элемент соглашения о свободной торговле. Институциональные изменения – это возможность улучшения бизнес-климата в стране, это возможность нового притока прямых иностранных инвестиций, трансфер технологий и так далее. С другой стороны, краткосрочные выгоды, они очень не определены с точки зрения Европейского Союза. С точки зрения таможенного союза, наоборот, более ясны краткосрочные выгоды и не совсем понятен долгосрочный эффект. Более... А для Украины еще важнее? Я думаю, что вопрос состоит в том, что Украина должна поставить себя на рельсы устойчивого экономического роста. И невозможно обеспечить устойчивый экономический рост в стране без того, чтобы работать сразу по двум направлениям. То есть надо готовить для себя горизонт как краткосрочный, возможность экономического роста уже в текущем 13-м или в начале, скажем, 14-го года, а с другой стороны пренебрегать возможностью ускоренного экономического роста в перспективе, скажем, 2015-2020 года тоже нельзя. Все-таки не забывать и про внутреннюю экономику, правда? Правда, и, конечно, не забывать про внутреннюю экономику. Вот почему, я думаю, в плане экономики в этом году будут пытаться стимулировать и правительство, по крайней мере, премьер Азаров достаточно четко про это заявил, будут пытаться стимулировать развитие экономики не только такими традиционными фискальными методами, которые использовали, скажем, в прошлом году, как развитие инфраструктурных проектов, как работа, скажем, по увеличению, может быть, незначительному, но увеличению реальных доходов населения, но также будут пытаться стимулировать экономику монетарными методами, то есть работать над возможностью удешевления кредитов, возможностью перехода к более такой мягкой монетарной политике. Що стосується газу, газових відносин і цін на газ, наскільки вони дійсно будуть або посилювати і зміцнювати економічну ситуацію, або навпаки? Да, я думаю, що касається газу, тут вопрос очень такой неоднозначный. С одной стороны, достаточно высокая цена на газ, которую платит сейчас Украина, в силу целого ряда сложившихся обстоятельств, она стимулирует переход к более энергоэффективным технологиям, потреблению меньшего количества энергии. Это важный стимул. Цена всегда является важным стимулом для развития экономики. Увеличившая цена означает, с одной стороны, депрессацию экономического роста в краткосрочном периоде времени, но, с другой стороны, она может дать импульс для развития экономики в долгосрочном периоде времени. С этой точки зрения, достаточно высокая цена для Украины, она слишком тяжела и пагубна в краткосрочном периоде времени, но может сыграть неплохую службу в долгосрочном периоде времени. Кстати сказать, возвращаясь опять-таки к вопросу сотрудничества с таможенным союзом, у меня нет такого однозначного мнения по поводу возможности, там, скажем, скидки на газ. Вот почему я считаю, что скидка на газ – это не самый основной мотиватор нашего сотрудничества с таможенным союзом. Я думаю, что мотиватором является большим для Украины. Это возможность продвижения товаров с более высоким уровнем добавленной стоимости на территорию таможенного союза. Например, наши автомобили. Надо сказать, что в 2012 году было серьезное торможение сначала темпов экономического роста, а потом уже и падение машиностроительного комплекса украинского, в том числе и автомобилестроения. Но серьезные возможности по расширению этого рынка есть на территории Российской Федерации, на территории таможенного союза. Есть серьезные возможности по развитию нашего, скажем, авиастроения здесь, в Украине. Но нам нужны новые рынки сбыта. Глупо конкурировать сейчас с Боингом и с Аэробусом. Да, в Европу мы нет. Правда, туда мы не можем попасть. Но есть какие-то локальные рынки, на которых мы можем
быть достаточно конкурентоспособными, развивать авиастроение. Тут має піти на поступки Росія, певно. Я думаю, тому, что вона диктує, да, наскільки. Правда, но это тоже правда, что первоначально встреча была вот уже после вновь сформированного кабинета министров. Встреча все-таки состоялась между министрами иностранных дел обеих стран, и России, и Украины. То есть важно говорить контекст, дать какие-то рамки, в которых будет дальше развиваться переговорный процесс. И здесь не вопрос уступки только одной стороны. Здесь вопрос к поиску определенного компромисса, который бы удовлетворил и одну, и другую сторону. Мы тоже важны для таможенного союза. Мы гораздо менее важные для них с точки зрения экономики, чем они для нас. Мы даем им 40% нашего экспорта, а если посмотреть, сколько Украина занимает в структуре их экспорта таможенного союза, то можно увидеть, что это порядка 5-6%. То для есть, Евросоюза мы еще меньше важны. Для Евросоюза мы еще менее важны. Мы им даем 25% нашего экспорта, а получаем от них 1,5% их экспорта. То есть, в общем, и соответственно, позиция, которую мы занимаем, Украина должна занимать, и в плане, в том числе, внешнеэкономических связей, это поиск такого разумного компромисса, который даст возможность удержать баланс наших внутренних интересов и даст возможность все-таки вернуть страну или держать страну на пути устойчивого экономического роста. Але все-таки кто має більше плюсів, митний союз чи Євросоюз для України? Я думаю, что в краткосрочном периоде времени, как я уже сказал, имеет больше преимущества таможенный союз. В долгосрочном периоде времени, там, скажем, в перспективе 5-10 лет, имеет большее значение и возможности больше открываются в плане подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Но еще раз я говорю, что здесь в реальности перед Украиной не должно стоять выбора или-или. Украина должна найти ту формулу сотрудничества, которая будет удовлетворять уже в данном случае таможенный союз. И опять-таки, если не нравится таможенному союзу или по какой-то причине не воспринимается предлагаемая Украиной формула сотрудничества 3+1, а Украину, похоже, не полностью устраивает вступление в таможенный союз, то есть возможности секторального сотрудничества, есть возможности присоединения к каким-то отдельным договорам, есть возможности, которые можно развивать в рамках соглашения о свободной торговле в СНГ, которое в 2011 году было премьером Путиным и премьером Азаровым в Санкт-Петербурге подписано. Тут тоже есть возможности. То есть в реальности у Украины нет выбора. Или таможенный союз, или Европейский союз. Она должна быть и с тем, и с тем. Внутрішня політика і, ну, в економічному сенсі, на що має бути спрямована зараз? Зокрема, на економію, ну, з огляду на кризу, чи на щось інше? Я думаю, що от начало 2013 року така нестабільність, яка є в мировій економіці, яка явно буде усилюватися во второй половині 2013 року, она стимулирует экспортно-зависимую экономику, которой является Украина, которая половину своего ВВП получает за счет экспорта товаров, стимулирует заниматься вопросами, связанными с поддержанием собственного экономического роста. Угу. Поддерживать его можно двумя традиционными путями. С одной стороны, монетарной политикой, с другой стороны, фискальной политикой. Я бы ожидал серьезного такого смягчения в плане монетарной политики и возможного ужесточения фискальной политики. Но в плане фискальной политики тоже не все так однозначно. Нельзя так быстро снизить фискальный дефицит, который есть у страны. И, насколько я понимаю, правительство будет пытаться таргетировать суммарный дефицит фискальный в этом году на уровне 3,5% ВВП. Скорее всего, потом будет уменьшена планка до 3% ВВП. Но в районе вот этих цифр будут пытаться таргетировать. Слишком сильно снизить дефицит в условиях спада мировой экономической активности тоже опасно, потому что когда снижается дефицит государственного бюджета, также депрессируется экономический рост. Снижение дефицита госбюджета на 1% в условиях Украины может привести к депрессации экономического роста на 0,7-1,5% пункта. Это серьезное депрессирование, и поэтому здесь надо крайне осторожно действовать. Я думаю, что то, что мы вправе с вами увидеть, это пересмотр бюджета по итогам первого квартала 2013 года.
базируясь, с одной стороны, на ситуации в мировой экономике, с другой стороны, на том, какие сигналы будет посылать украинская экономика. Ну що ж, будемо дивитися, будемо стежити за подіями економічними. Вам дякую за економічний огляд. Нагадаю, гостем студії був економіст Олег Устенко. Залишайтесь на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.